Здравствуйте, друзья! Сегодня проведем тест на курице. Ой, что ты? Нашей мамы нет дома, поэтому мы с Василисой решили к ее приходу приготовить курочку. Сделаем мы это вот этим вот ножом. Это Victorinox Solder 08. Скажем так, это первый раз в жизни, когда я разделываю курицу швейцарским ножом солдатским. Ну, даже не знаю, как проверить. Как бы нож режет хорошо, просто сами видите, что чуть-чуть в сторону, и уже делать переход на серрейтер. Но если так вот вести ровно, то видно, что, по крайней мере, мне видно, что нож острый. Ну, не люблю эти бумажки, мне больше нравится так. То есть нож бреет. Теперь давайте приступим к курице. Я честно попробовал порезать бумажку. Василий, я занят. Я все еще надеюсь, что может быть когда-нибудь все-таки хоть какое-нибудь лезвие, хоть какой-то моего ножа затупится об эту бедную курочку. Но пока как бы этого не случилось. Но чуб не совместить приятное с полезным. Все равно надо ее разделывать. Так вот, заодно сделаем это на видео. Ребят, вот эта часть, я когда первый раз увидел эти швейцарские ножи, что серрейтер спереди, подумал, господи, смысл-то, тут небольшая режущая кромка, дальше серрейтер, то есть поменяли шило на мыло. Ну, вы знаете, во, насколько это хорошо все происходит, посмотрите, то есть совмещая свойства лезвия, которое, как вы видели, свободно бреет волосы, и в то же время вот этой вот почти пилы. Великолепно. Я уже не раз говорил, что для того, чтобы какой-то тест ножа оценить, не обязательно его смотреть, его можно просто слушать. Так как так же, как тест на деревяшке, так же и тест вот на мясе, на курятине. Просто послушайте, с каким звуком разрубаются кости. Все становится понятно. То есть вот, хрящ. Просто великолепно. Надеюсь, что вы знаете, теперь я вот думаю, что есть ли у них модели, где полностью серрейтерное лезвие. Вот я вот не обращал внимания. Потому что, ну вы знаете, так у меня сюда с собой есть хоть небольшой домофлюкчик, Лезерман Сквирт, то как бы там плейновое лезвие есть. А для каких-то таких вот работ, мне было бы интересно попробовать какой-нибудь вот такой же Victorinox, только чтобы лезвие было полностью серрейтерное. Так, сейчас его вытру. Ну, дань традиции, бумажка. Ай-яй-яй-яй-яй, курица не затупила сталь. С ума сойти. Ну и мой любимый тест. Наверное, она все-таки маньяк. Вот оно, видно, да? Итак, как мне так получилось, ну, в противостоянии стали курицы, сталь через нас победила. Victorinox Solder 08. Сами видите. Разделал курицу. Ну просто как курицу. Всем спасибо за просмотр. До свидания.